Мужская и женская команда гандбольного клуба «Гомель» провели домашние поединки. Подопечные Сергея Цыганкова встречались с БГК имени Мешкова. На равных с чемпионом гомельчане сражались только в первом тайме. К перерыву прежняя команда выигрывала всего два мяча. В оставшиеся полчаса мешковцы статус фаворита материализовали в цифры на табло. 43-28 в пользу дружины Манула Каденаса к финальной сирене. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» записала в свой актив еще одну победу. Ворота Березины подопечные Тома Чатер отгрузили 43 гола. Самые результативные – Анна Редько, Кристина Охраменко и Наталья Котина – по 6 точных бросков. Гомельские голкиперы капитулировали перед атаками соперниц 21 раз. Таким образом, гомельчанки реабилитировались за неуверенную игру с Берестьем в предыдущем туре. Сейчас, конечно же, все мысли гандболисток не о внутреннем чемпионате. 2 и 3 февраля Гомель дома проведет матчи 1/8 финала Кубка вызова ЕГФ против хорватской «Коки». Команда готовится к еврокубковым баталиям. 23 и 30 января спарринг-партнерами гомельчанок будут гандболистки «Витебчанки» и «БНТУ-2». Эти матчи пройдут в рамках чемпионата страны. На первой игре были немножко скованы, и, может быть, были моменты, которые у нас не получались. Буквально за 3 дня мы как бы это все переварили, и сегодня значительно лучше играли, и девочки молодцы, старались. Да, были опять какие-то моменты, но уже лучше, чем в первой игре. И постепенно этими играми мы готовимся ко 2-3 числу, я думаю, подойдем в оптимальной форме. Уже хочется сыграть такие игры серьезные, потому что в нашем чемпионате их не так уж много, и очень хочется уже, и все девочки уже готовы.